Подводим итоги матча ветеранов топ-дил. Победа парней с ветеранов со счетом 3-1. Николай Бортничук, Алексей Васильев. Николай, поздравляю с победой. Как вам она далась? Ну, не скажу, что легко, на самом деле. Матч мне, как мне показалось, такой боевой был, в принципе. Но большую часть считаю, что контролировали, выиграли заслуженно. Ну, забили 3, 1 пропустили, конечно, заслуженно. Но не скажу, что простая игра была. Ну, в принципе, мы и настраивались, понимали, что просто не будет. Топ-дело нормальное, в принципе, команда боевая. Поэтому, ну, как я планировал, так матч, в принципе, и состоялся. Ну вот при счете 2-1, я слышал от тебя команду, давайте играть уже попроще, на отбой. Неужели была в этом необходимость? Что, могли дрогнуть? Нет, это же их тренер или кто-то крикнул, что мы играем на отбой. И все, и мы просто крикнули, что давай играть на отбой, раз они так хотят. Не, мы не играли на отбой, почему? Ну, типа, играли, как всю игру, в принципе, играли-то в одном темпе. Пытались и мяч держать, что-то разыгрывать. Там были несколько прекрасных комбинаций, просто не решили. Там Терпячий бил сегодня шикарно. Там крестовина, перекладина у него, там штанга, типа. Не знаю, ну, мне не показалось, что мы играли на отбой. Играли. Но... Заслуженно победили, по твоему мнению? Да, конечно. Алексей, чего сегодня не хватило для очередного камбэка? Вчера был фантастический с 0-3. Сегодня один мяч отыграли. Как, по-твоему, был шанс догнать ветеранов? Да, всех приветствую. Сначала ветеранам спасибо за игру. Очень понравилось именно со спортивной точки зрения. Все вот прям как оно и должно быть. По результату, ну, наверное, конечно, мы хотели выиграть, хотели догнать потом хотели что-то сделать, чтобы спасти эту игру. Но по себе могу сказать, что мышцы не в тонусе, мало времени прошло после вчерашнего матча, и, конечно же, это было видно, много брака. И Ванька у нас заваливался, и спереди было сложно принять мяч. То есть, ну, мало времени, я думаю, что буду связываться с организаторами и просить перенос следующей игры, потому что, конечно... В общем, сегодняшний матч – это цена вчерашней непростой игры. Я думаю, так будет правильно сказать. А скажи, думаешь, все-таки именно физическое или моральное? Вчера, мне кажется, очень морально много сил оставили, такие эмоции. Может, эмоций не хватило? Я не знаю, эмоции всегда заряжены, парни в раздевалке заряжены, но я вот говорю, опять же, сужу по себе, за кого-то не скажу, вот, но мышцы не в тонусе, играть сложно, рывки давались, но уже на какую-то обработку, то есть тут зацепишься, там не зацепишься, ну сложно вот эти моменты, все отдали вчера, получается, на сегодня не успели восстановиться, все мы уже дядьки 30+, ну сложно. Николай, когда мы тебя увидим уже на поле? Ну, я думаю, следующую неделю, может, через неделю. И, в принципе, я буду уже готов играть, да. Максим Суслов продлевает свою голевую серию. В прошлом матче забил, в этом забил. Доволен его формой? Да, конечно. Этот взрослый мужик творит чудеса в последних играх. Мне очень нравится. Ну, блин, ну это Суслов в своей оптимальной форме. Хотя сегодня, конечно, он был вареный. Там они фестивалили с Мишиным, за что им выговор сделаю обязательно. Но... Молодцы, как бы оба сегодня сыграли, в принципе, на своем уровне, поэтому, ну, претензий нет таких больших. Есть кого еще сегодня выделить? Выделить? Ну, мне Терпячий понравился, да и Никулин, но он забил свой дебютный гол, я его с этим поздравляю, и в целом он сегодня смотрелся шикарно. Ну, блин, будет так играть, будет чаще играть, будет ближе к основе. Алексей, ты говоришь, ну, тяжелый вчерашний матч, но я так по составу много у вас было свежих футболистов, кто вчера участие в игре не принимал, то есть не смогли они вывести. Ну, опять же, опасные очень такие были дополнения к сегодняшней игре, потому что игроки все-таки на травмах, вчера я их пожалел. Парни сегодня решили себя попробовать, и на утро на 9 утра 10 человек было плюсов, то есть, ну, парни решили подключиться. Поэтому, конечно же, парни, благодарю вас за самоотдачу. Все, кто приехали сегодня, вам большое спасибо, не расстраивайтесь. Я буду выбивать пропуск на следующую игру. Доиграем чемпионат предсезонный, и все у нас с вами получится. С ветеранами поиграем поинтереснее во втором, получается, круге. И хочу отметить, поздравить Виктора Проворова с дебютным голом в премьер-лиге «Алия». Спасибо. Топ-дил, удачи в финале ветеранов премьер-лиги.